Лес-кругляк практически перестали вывозить за пределы области. Большинство региональных заготовителей выполняют условия соглашения. В 2014 году они договорились с властью о том, что сырье максимально будут перерабатывать в регионе, чтобы и рабочие места были, и прибыль предприятий росла. На прошедшем заседании попечительского совета лесотехникума замгубернатора Вадим Шумков отметил, что власть свои обязательства выполняет. Того же ждет от бизнеса. Знают, наверное, про форум поддержки компенсации первого взноса по договору лизинга, все, наверное, да? Чисто тюменский такой ноу-хау, когда 50% стоимости без учета НДС мы возвращаем обратно. Так вот, у ряда предприятий случаются казусы. Одни пытаются бушное оборудование притащить, другие с оборудования бушного, для того, чтобы проверяющие правительство не определили, что он бушный, шильдики сбивают. Ребят, давайте еще говорю, себя уважать и в эти игры не играть. Если в законе, в подзаконном акте написано, что оборудование должно быть новое, не было.